По словам метеорологов, такие холода для Брещины скорее явление необычное, чем пример классической зимы, по крайней мере, в последние 20-25 лет. Ранее на территории области фиксировался и более существенный минус. Столбик термометра порой опускался ниже отметки в 35 градусов. В 1963 году в Бресте в это время воздух охлаждался до минус 24 градусов. Абсолютный минимум температур для января – это 12 января 1950 года. В Бресте было минус 35,5 градусов. Но холоднее всего в области было в 1970 году. В январе в Ганцевичах минус 38,2 градуса. Погода первой пятидневки января была обусловлена влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в очень холодной арктической воздушной массе. Местами воздух охлаждался до минус 20 градусов по Цельсию. Но по прогнозам синоптиков, такие холода будут держать в тонусе берестейцев очень недолго. Уже к концу текущей недели ожидается существенное изменение температурного фона. Уже со второй половины недели морозы несколько слабеют. На территорию будут поступать более влажные и менее холодные воздушные массы с Западной Европы. По области пройдет кратковременный снег и температура воздуха в четверг-пятницу. Минус 8, минус 13 местами при прояснениях до 14-16. Днем в четверг минус 5-10, в пятницу 2-7 градусов мороза. В выходные дни мороза слабеет еще больше. Ночью минус 3, минус 8 местами, минус 11-12, а днем 0, минус 5 градусов. Согласно народному календарю, январь – самый холодный месяц в году, крыша зимы. А потому его морозным дням удивляться не стоит. Их наличие – признак правильной смены времен года, который, к тому же, позволит в полной мере насладиться в свой час приходом весеннего тепла. А потому берестейцам специалисты советуют научиться радоваться холодной, но красивой поре года, закаляющей наш организм.